выкуп, ну вот, дочь Хрисея. Я тут каждый раз это замечал. Выслушав Хриса, все согласились принять. И Мишаня Драйвер тоже все время снимает тут этот, по-видимому, ювелирный завод. Это, кстати говоря, Покров, дамы и господа. Вот, опять же, никогда так подробно не рассматривал. Вот тут какой-то, видимо, старый дом, не знаю, правда, насколько действительно старый, но выглядит старым. Ладно, я еще не доел хот-дог. И вот что хочу сказать, я забыл купить мороженое, представьте. Обычно я беру хот-дог, маффин шоколадный разогреваю. И мороженое я забыл. Вот это прямо такие купеческие дома. Слушайте, вот немножко на Америку похоже. Но как бы так, отчасти. Там они такие более рубленые, более квадратные. И тоже всякие лавки и так далее. Охренеть просто. Но дорога... Я не знаю, как дальнобойщики работают, честно. Мне кажется, что фуры гораздо более чувствительны. Там вообще больше колес. Одно дело, ты головой объехал яму, а потом хвостом все равно в нее попал. Ой, ладно, доедаем хот-дог.